Небольшой тестик, с вашего позволения. Совсем коротенький стримчик. Поверить. Заодно сбегаем по пельмени. Тут где-то Кикая. Кинжал. Сейчас тогда заскочу. Кальдеры. Удастся поговорить с каким-нибудь Редгардом. Редгардом? Да. Там, как дела будут стоять? Привет. Коротенький такой стримчик будет. Решил немножечко поэкспериментировать. Ты там... другим типом чебита это там где опять эти дожди идут. Это мой модуль на пол. Это такая комбинация из четырех. Твой глючит как не... как я не знаю что, но... оказывается. Всегда адекватным, причем вообще без нее. И мой герой выпил, дай немножко. Как я так е... А вообще чего-нибудь слышно, нет? Слышно. Ты это...
километров. Тысячи километров. Что-то у вас картинка должна. Благо, мне интернет позволяет с любым битрейтом. Честно, музыку внутриигровую слышно или нет? Ну, ель. Туда ли? Слышны? Нормально. Очень тихо. Так, вот здесь у нас. А, такой зим пошел. Дай время. Сам крыса. Пельмени. Так, что be quiet? Не знаю. По мне, так от вас одни неприятности. Я классный, классный кадр делаю. Watch it. Надо их буквально чуть-чуть. Когда будете готовы, только не заставляйте меня долго ждать. Что-то в тебе не так. Может быть, тебе лучше уйти? Класс. У меня мало времени. Поэтому поторопитесь. И вы там, да-да. Выключите стрелку.
Какая еще зак? Не этот квест сломанный. Чиню обязательно. Get out of here. What are you trying to do? Make me sick? Бля, если ты пытаешься меня заразить. I think it would be best if you leave now. Слушай, если ты уйдешь прямо сейчас. Так чего вы хотите? Буквально правильно успел за сегодняшний день диалогов. Sure someone else can help. К ней подключить. Не к ней конкретно, а вот ко всем Эдгардам. I don't believe it off. Ты меня порадуй словами. Get lost. Get lost. Попади пропадом. Ask someone else. I'm busy. Спроси еще кого-нибудь. Не. Это все английские дела. Говорить с тобой? Что-то мне подсказывает, что я могу пожалеть об этом. Класс. Что вообще я никогда... Nothing's keeping you here, so move on. Да, прежде не думал, что... Скавинт можно... Уходи, пока мы все не заразились. Что Скавинт можно только офигеть с русской озвучкой. Ладно, я слушаю. Ладно, я слушаю. Так. Keep walking. Keep walking. Продолжайте. Откуда мне знать, что с вами все в порядке? Я не знаю. Not now, Imperial. I'm busy. Что за прикол? Меня спутало. If you're looking for trouble, you're getting very warm. Погодите, она сказала... Если вы чего-то хотите, она сказала not now. Время спросить. Пил, или она сказала, не сейчас империц. Если она сказала not now и пил, это значит английская озвучка была. С английской озвучкой Кавинди не все так гладко. Я-то проверяю каждую озвучку русской озвучки. Поэтому даже если в английской озвучке elf, so были какие-нибудь проблемы, то у нас озвучкой в порядке. NPC-шка напевает. Напевает. I'm sure it's around here somewhere. Мне кажется, он где-то здесь. Придумал. Я без одежды. Потренируемся. Поразговариваем. Еще без одежды. Did your blind mother dress you this morning? Да что твоя матушка одевала сегодняшним утром? I can't believe what passes for clothing. Сейчас что только не идет на одежду. You look ridiculous. Stop. Я смехотворный. Хватит приставать ко мне. I don't think so. Я так не думаю. This better be important. Now that is one ugly outfit. What the cost? What's the matter with you? Did Scan? Что с тобой? Разбойники забрали одежду. Да, разбойники забрали одежду, еще и изнасиловали. Надень что-нибудь.
Это уже русский диалог. That's some outfit. Вот это прикид. Класс. Now that's something I didn't need to see. Вот это мне точно не обязательно было видеть. Я один, только один наплечник. Если от этого какой-нибудь эффект. У нас тут да, у него закончилось. В общем, ты мне. На этом как спасибо с этим типа когда я что диалогов хочу.